Всем большой привет! Меня зовут Евгений, и сегодня будем делать апгрейд на фиксатор под фиксатором. В прошлом видео я показал Z4 подшипника, мы ставили это в одном сети было, а этот как бонус делал видео отдельно. Именно вот этот вот будем сейчас делать с вами вместе. Так что остаемся на канале. Ну, начнем, приступим. В принципе, первый шаг такой же, как и в прошлом видео показывал на этот апдейт. Мы тут сейчас отходим, чтобы это вынуть. Вот теперь придется гайку открутить. 12-й ключ. Сюда мы поставим подшипник. Вот снимем пластмасску и поставим настоящий подшипник. Так вот выглядит. Сперва мы вставляем такую медовую шайбочку, потом подшипник и снова шайбочку.
Итак, все прекрасно сделали. Делал, считай, в первый раз такой апгрейд и решил снимать. Получилось отлично. Я доволен. Итак, в общем, вот такой вот обзорчик получился. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся и будем тестировать на воде, как будет время и погода хорошая. Ну а сейчас собираюсь на рыбалочку. Если что поймаю, выкладу. Всем до встречи, пока-пока.